Привет, господа пчеловоды! Сегодня у нас 15 февраля. Кажется, февраль, да. И я хочу посмотреть, в том году, в это же самое время, у нас довольно-таки пасмурно. Довольно-таки пасмурно и... температуры в радиусе минус 5, минус 7. Это ночью. Днем вот сейчас минус 2, минус 3. Но в том году в это же время было в два раза больше снега. И я делал контроль по литкам. Срутся, не срутся. И было... две или три семьи обосранных, после чего с криком «позор» многие с канала дрыснули. Поэтому в этот раз тоже интересно, сколько обосрались и сколько дрыснут. Шутка. Так, вот сейчас вот с этой семьей и вот с этой семьей я покажу разговор о методе Гопка. Для меня нужно или не нужно. И вот обратите внимание, литки наполовину закрыты. Вот здесь, видите, нижний совсем закрыт. Раз, два и три. Закрыты. У всех сильных семей закрыто. Я это сделал три или четыре не месяц назад, наверное, я это еще сделал, потому что уже февраль, сегодня у нас 15-е. В прошлый раз вот эта семья была обосрана, вот это вот еще говно осталось, вот семья была обосрана, вот эти малыши сидят, срутся, я их убрал вот отсюда, вон крышка лежит. Это малыши, которые я положил сюда, чтобы они дозимовали. Я их тоже посмотрю, покажу, в чем фокус. Сам не знаю фокус, но покажу. Итак, пока сраных нету, но здесь сетка обычная. Здесь обычная сетка. Сраных нету. Дальше смотрим. Так. Здесь сраных нету. Вот. Вот могут быть сраны. Скорее всего, могут начать сраться. Надо литок будет закрыть. Открытый большой литок. Так, это та семья, которая... Не фея, которую ты вот так сделала. Вот она, эта семья, посмотрим, живет, нет. Ну, раз срутся, значит, и живет. Так, здесь надо тоже литок сократить. Фавориты все-таки. Так, здесь все нормально. И здесь мыши бомбили. Не знаю. Вот это вот от них нет. Срутся, нет. Сам не знаю. Но я посмотрю, покажу. Всех, кто срется, я покажу. И есть очень простой способ избавиться от... Вот у Володи Жукова на канале был такой сюжет. Ему задали вопрос, что когда очень сильно, ну очень сильно, когда и внутри обосраны, и все рамки обосраны, и он показал этот сюжет и говорит, ничего с этим не сделать. Но он пошутил или не смотрит Кашковского. У Кашковского на эту тему очень хорошие советы.
И в свое время, когда 5-6 лет назад, как я только начал его смотреть, у меня тоже были такие семьи, которые, ну, не так сильно внутри, но они внутри довольно-таки хорошо срали. И вот по его методу я делал именно так, как рассказывал Кашковский. Все это настолько хорошо работает, 100% семья исправляется. Вот все уделанные ули там и снаружи уделаны, и снутри уделаны. Но работает хорошо, вот именно метод Кашковского, его советы, он не так часто их дает, но они реально работают. Поэтому Володя не так часто смотрит Кашковского, наверное, об этом и не слышал ничего. Так что усрались, но не все. Может быть, еще время будет усраться, поэтому на сегодняшний день состояние у всех, можно сказать, на 90% хорошее. Никто еще не усрал. Как, например, в том году, в это же самое время, две семьи просто уделали хорошо. Снаружи, внутри не было ничего, все было чисто внутри. Снаружи был хороший облет. Они обосрали наружную часть очень хорошо. Поэтому странное пчеловодство, экономика не заставляет себя долго ждать. Лечебный сироп без меда. Ну, я сейчас буду показывать вот эту семью, те семьи, и буду говорить метод Гопка. Так что всем привет, пока-пока.